Всем-всем-всем доброго времени суток. Сегодня у нас подготовка к ОГЭ, математика. 15-е задание. Нужно указать решение системы неравенств. Дана система минус 12 плюс 3х больше 0 и 9 минус 4х больше минус 3. И варианты ответов. Первый — нет решения. Второй — от минус бесконечности до 3, при этом 3 не входит. Третий — от 4 до плюс бесконечности 4 не входит. И четвертый — от 3 до 4, при этом числа 3 и 4 не входят. Давайте попробуем данную систему решить. Перепишем. Минус 12 плюс 3х больше 0. И второе у нас 9 минус 4х больше минус 3. Мы должны числа собрать в правой, а неизвестные в левой. Поэтому у нас 3х остается в левой части, знак не меняется больше, но при переходе через знак неравенства минус 12 меняет свой знак на противоположный, как и в обычном уравнении, получается 12. Было с минусом, стало с плюсом. Во втором у нас остается минус 4, потому что 4х идет со знаком минус, тем знаком, который стоит перед ним. Больше. 9 было с плюсом, переход через знак неравенства, получается минус 3 минус 9, получается минус 12. Дальше, мы должны избавиться от тех чисел, которые стоят перед неизвестными, то есть перед х-ами. Мы должны в первом поделить и правую, и левую часть на 3. Получается 3х, деленное на 3х, больше 12, деленное на 3, 4. Во втором мы должны поделить на минус 4. Минус 4х, деленное на минус 4, дает х. Но когда мы делим на отрицательное число, то знак неравенства меняется на противоположное. Получается меньше. Было больше, стало меньше. Минус 12 делим на минус 4, получаем 3. И теперь нам осталось начертить числовую прямую, и в числовой прямой мы поставим наши числа 3, выколотая точка, потому что у нас оно не входит, и 4. Из первого х больше 4, значит от 4 до плюс бесконечности, а во втором х меньше 3, от минус бесконечности до 3. Здесь у нас верхняя и нижняя часть не пересекаются, поэтому ответ будет «нет решения», номер 1. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забываем нажать на колокольчик, и до новых встреч!